День добрый, с вами Дивная Лока Натур Сад, и у нас сегодня такое небольшое видео. Это как мы отсаживаем бананы, как отсаживаем деток бананов. Вот если, допустим, нам, у нас мы видим здесь дорожка, и в перспективу вот растет детка, и мы понимаем, что она будет здесь мешать. Мы оставим лучше деток, которые будут расти вот сюда, ближе к стене, которые не будут загораживать дорожку. Поэтому мы вот этот бананчик сейчас маленький, голубой явы, отсадим. Для этого нам нужна лопата. Лопата. Сначала откапываем немножко со стороны, где корни, ну, дальше от ствола, чтобы освободить банану. Вот. Вот так мы откопали. Сейчас вы, я думаю, все сами поймете, для чего мы это сделали. Вот так, чтобы было свободно. И чтобы отсоединить детку, мы берем максимально к материнскому стволу. И вот для этого мы используем вот такую вот узкую лопату. Это для того, чтобы не перерезать слишком много корней от взрослого растения. Вот, мы берем максимально близко к стволу. Прямо не боимся чуть-чуть зацепить, как бы даже если материнский ствол, не страшно. Вот. И вот так вот мы это дело делаем. Вот так вот банан молоденький с максимальным. Вот это срез от материнского ствола. То есть нужно идти максимально близко. Вот у него уже вот такая луковица, ризома. Это самостоятельное растение. Вот. В таком виде мы высокорослые бананы отправляем. Уже прям выкапываем и сразу отправляем. Ну и потом что нужно сделать? Нужно обратно всю эту землю сюда же. Вот. Нужна просто узкая лопата. Откопали перед бананом, максимально подрезали близко, и все готово. И растение. Растения готовы к отправке. Всем доброго дня!